Думали. Елена Кондурова с мячом. Хороший удар у Елены. Ой, какой пас отличный. Гол, да. Очень умно. Эффектно сыграно было, прежде всего, Еленой Кондуровой. Прекрасный пас. Обманула всех соперниц. А Дарья Башлыкова открывает счет в этой игре. Разыгрывает. Татьяна Дерипаска бьет. Да. Как бы не болели мы за нашу команду, но удар лучшего бомбардира Мосполитеха был шикарен. Сильно, мощно. Видимо, не видела Виктория. Принять подстоп был вторым касанием. Вот сейчас пропускаем мы на смене. Удар. Ну, как же так? На смене пропустили игрока. 1-1 убежал и в дальний угол. Чтобы хотя бы пока сравнять. Длинный заброс от нашего вратаря. Дарья Башлыкова мощно ставит Кристине Нихаевич корпус. Хорошо, да, здорово! Кондурова сравнивает мяч. Дарья Башлыкова поборолась на фланге. Оттеснила Кристину Нихаевич, прошла, отдала. Вернула, так сказать, должок Елене Кондурова. И Елена уже очень здорово разобралась. Выход 1-2-0. Гол! Настоящий герой этого матча, уже без сомнений, Елена Кондурова отдает свою вторую голевую передачу. И Кикин выводит нашу команду вперед. Орел Гоу открыл счет. Потом проигрывал 2-1. И затем, благодаря голам Елены Кондуровой, ну, первый, конечно же, отметим, Дарья Башлыкова забила, а потом Елена Кондурова и Кики победный гол. Ну, а Елена Кондурова, на мой взгляд, лучший игрок матча. 2 ассиста и гол. Этот человек сделал матч. Поздравляю всех слушателей с победой.